Давно вы ощущали бабочки в животе? Уверена, что недавно. Давайте узнаем у жителей Казани, почему они не смогут завоевать сердце краша. Почему вы не завоюете сердце своего краша? Я ничего не понимаю, что это означает. Он меня старше. Почему не смогу, смогу? Жизнь такая. Вы меня видели, конечно, получится. Но... Я, наверное, потому что не до конца уверен в себе. Ну нет желания, нет стремления, ну как сказать, есть страх. Не, ну это он меня завоевал, поэтому все. Ну я, в принципе, это уже сделала много лет назад. Потому что он звезда, стендапер, и я не думаю, что я его достойна, но пока что. У меня все впереди. Ну, как сказать, если честно, потому что я сам не хотел. Я уже бабушка, что вы, ребята? Сердце я не хочу завоевывать. Я завоевывала молодая. Потому что он уже мой. Начнем с того, что его нету. Ну, если честно, мне больше нравятся девочки. И так такового краша я бы не хотел завоевывать сердце. Ну, а если у меня получается? А почему получается? Ну, я, значит, хорошо стараюсь для этого. А почему не получится у вас, пишите в комментарии. Это был соцвопрос, и я, Салия Гизатова. Всем пока!